Всем привет! Сегодня я участвую в автопробеге, благотворительном автопробеге. Поедем деток поздравлять в Червень. Сейчас находимся на парковке, собираемся, ждем тех, кто еще не подъехал. Так что сегодня будет интересный, насыщенный день. Сегодня Рождество католическое, католиков с праздником. Погнали! Дядя Миша, Дед Мороз сегодня. Здрасте, здрасте. Так, у нас последние приготовления, уже переоделись ребята в героев сказочных. Снегурочка у нас будет, Дед Мороз. Так, а это снеговик. Покажите ваш нос. Вот, снеговичок у нас будет. Дядя Миша, покажитесь, дядя Миша. Класс. Дядя Миша, покажитесь. О, какой красивый Дед Мороз. О, это только если мы стоим. Надо фото взять. Ну как, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Холодно, пока холодно. Так, колонки уже поставили, уже будет весело в дороге ехать. Главный борт. И дядя Миша меня сейчас заберет. Все, поехали на Червень. Удобрение. Смотрите, какое яркое солнце, что дорогу даже иногда в некоторых местах плохо видно впереди. Солнце настолько слепило. Я так замерзла, короче, взяла дядя Мишин пуховик, это называется, или что, тулуп, и, в общем, обмоталась полностью этим пуховиком, потому что очень сильный мороз на улице. Ну, за счет того, что парковка на Билмаркете продувается со всех сторон ветрами, всеми возможными. Вот, в общем, я очень сильно замерзла, сейчас начинаю отогреваться. Свой пауэрбэнк тоже за пазуху спрятала, и сейчас телефон стоит, тоже заряжается. А вот дядя Миша и Юля. Так, это мы уже едем по Червеню. Красиво не снимешь.
одного города. Города Киев. Ой, Могилёв, приехали. Идем деток поздравлять. Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! Вы меня узнали? А вы меня ждали? А я пришел не один, а со своими друзьями. Вы их знаете? А это кто? Правильно! А это кто? А может девочка? Так, вот здесь для деток оформлена фотозона. Это я зашла погреться. Очень красиво. Такая елочка красивая. Посмотрите.
песни. Давайте, подходите, кто? Какие мини пирожки для игры нужны? Молодцы! Какие умные дети! Все знают! Молодцы! Вот какие чудеса! Сами белки, леса, берега, озер и рек. Что случилось? Рыба! Спасибо!
Года мы перепрофилированы как дом-интернат для детей. Дом-интернат для детей с особенностями. Но главное не забывать, что это наши дети, они все наши. И общаясь с ними, все здороваются, все дружелюбные, не хватает общения. Самое главное, самое ценное, что мы можем дать, это наше внимание. Подарки это все, конечно, прекрасно, но это все такая новогодняя атрибутика. Но наше внимание это самое ценное, что мы можем подарить этим детям. Хочется подарить им частичку волшебства этого предновогоднего чуда, заставить их верить в чудеса. И действительно страшно, когда нам приходится употреблять такие словосочетания, как дети, попавшие в затруднительную ситуацию. И хочется, чтобы все у них было хорошо, и мы, взрослые, мы просто обязаны делать все для этого. И такими акциями, такими мероприятиями, чуть-чуть мы делаем этих детей счастливее. И пусть будет так. И своим примером подаем пример другим, что... Простите, сейчас еще... Нормально. Чуть-чуть сложно, да? И хочется подавать примеры всем остальным, потому что делать добрые дела действительно просто. И вместе мы можем очень многое. Все, огонь возьмем. Не все, не все. Да, не все. Какая опять середина, смотрите. Не первая именно поездка такая. Сколько еще посетите вот таких вот учреждений? По Минской области мы посещали... Молодежь, сейчас посетите уже, в будущем, то есть, что еще планируется? По Минской области мы поедем уже в следующем году, сразу после Нового года, но 28 декабря... Мы посетим еще Витебскую область, два детских дома, Сино и Бегомбе. Поэтому присоединяйтесь все желающие, кто хочет просто поприсутствовать. Сказочных персонажей. Спасибо, огонь, спасибо. Все, огонь. Все, крутилось тебя, да? Что? Получилось что-то? А можете снять вот кто хочет? Ваша вот. Молодец, молодец. С праздником. Правильно, молодец. С Новым годом. А ты нам рассказывал? Нет. Можно коньяка? Опа! Класс! Дедушка, попробуй с тобой немножко. Да, надо двигаться. Yes! Опа! Подарочек сладенький. Поздравляю тебя с Новым годом. Будь здоров. И боли. С Новым годом, сейчас, с Рождеством. Подарочек. Девочки, давайте.